Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. От цивилизации Питер видит один и тот же кошмарный сон, в котором человечество подвергается атаке неизвестных пришельцев с превосходящими силами и технологиями. Когда эти видения начинают мешать повседневной жизни, Питер поддается на уговоры жены и начальника и посещает клинику сна. А там выясняется, что подобные видения приходят не к нему одному. Однажды настает тот ужасный день, когда сон сбывается, и на Землю прибывают инопланетяне, сеющие смерть, разрушение и ужас. Я начало. Молекулярный биолог и его напарница по лаборатории делают потрясающие открытия, способные коренным образом изменить современное общество. Бегущий в лабиринте 2014 года. Главный герой – подросток Томас, который просыпается в лифте. Он ничего не помнит, кроме своего имени. Он оказывается среди 60 подростков, научившихся выживать в замкнутом пространстве. Раз в 30 дней прибывает новый мальчик. Группа ребят проживает в приюте уже 3 года. Они кормятся тем, что удается вырастить на земле, и пытаются найти выход из лабиринта, окружающего их место жительства. Но однажды появляется девочка в состоянии комы. Город Зеро. Отправившись в командировку, герой фильма неожиданно попадает в фантастический город. Он очень похож на наш мир, только скрытая абсурдность во повседневной жизни здесь стала явной.
Филадельфийский эксперимент 1984 года. Вторая мировая война. Испытывается оборудование, которое делает американские военные корабли невидимыми для радаров противника. Во время этих экспериментов исчезает один боевой корабль, а два моряка оказываются заброшенными в 1984 год. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!